И снова власть вышла на охоту. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое событие взбесило многих таджиков. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Журналист и блогер Абдусатор Пирмухамадзода обвиняется в экстремизме. 9 июля он был задержан сотрудниками ОМВД города Вахдат по подозрению в неповиновении и требованиям сотрудника милиции. Родственники уверены в его невиновности. Начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана Шади Хафизода сообщил 19 июля на пресс-конференции, что в отношении Пирмухамадзода возбуждено уголовное дело по статье 307 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Уголовного кодекса Республики Таджикистан», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет. Это очень серьезная ситуация, и мы, конечно, тоже озабочены разными очень серьезными, скажем так, жалобами от наших коллег-журналистов в Таджикистане, которые нам сообщают о том, что на них давление усиливается, что представители спецслужб очень часто их посещают, имеют беседы, пытаются оказать давление на них. Ранее представители Генеральной прокуратуры Таджикистана сообщили, что журналист Абдусатор Пирмухамадзода взят под стражу до 19 июля по обвинению в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. Родственники Пирмухамадзода сообщили, что 9 июля сотрудники ОМВД Вахдата вызвали Абдусатора, чтобы вернуть ранее изъятый у него телефон, но так и не отпустили его. Абдусатор Пирмухамадзода ранее говорил, что его несколько раз вызывали на допросы. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Родные Абдусатора Пирмухамадзода ранее заявили, что более недели не могут встретиться с ним. 9 июля у нас нет никакой информации о судьбе Абдусатора. Где он содержится и каково состояние его здоровья, мы не знаем. В день праздника Иди Курбон мы отвезли ему еду, но в ОМВД отказались принимать передачу. Мы не знаем, обеспечен ли он адвокатом и что ему инкриминируют, сказал один из близких блогера. Не должны страдать ни в коем случае в связи с их работой, с выполнением их профессиональных обязанностей. Мы сегодня призываем власти Таджикистана освободить немедленно. Пирмухамадзода после увольнения с государственного радио занимался частным извозом, но одновременно вел и блогерскую деятельность. Журналист неоднократно вызывался в правоохранительные органы и получал от них различные угрозы. За последние два месяца 7 таджикских журналистов и блогеров были задержаны по различным обвинениям. Правозащитные организации неоднократно требовали от властей освободить журналистов. Во многих разных аспектах Таджикистан переступает границу и уже начинает, скажем так, приближаться в категорию или к категории более авторитарных государств Средней Азии, как Узбекистан и Туркменистан. Как вы думаете, действительно ли Пирмухамадзода экстремист? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.